Среди гостей форума представители разных стран мира. Известный китайский кинопродюсер У Цзянь стал одним из почетных участников мероприятия. Профессор Академии искусств поделился мастерством создания кинофильмов. Одну из его работ несколько лет назад показали на кинофестивале в Алматы. Фильм очень понравился казахстанскому зрителю. Кинопродюсера часто приглашают в Казахстан для обмена опытом. Совместное сотрудничество с отечественными специалистами У Цзянь видит и в других сферах. Я сделал кинофильмы. Вот одну из них 15 лет тому назад уже показали в Алмате. Участвовал в кинофестивале, и там я показал вот мой фильм. И очень любят вот этот фильм. Меня больше всего интересуется, что можно ли найти вот такой-то возможности сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Вот. Например, найти какой-то совместный проект по кино и телевидению.